2009 года Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Более 5 месяцев он находился в коме, из которой его вывели только в начале сентября 2014 года. После травмы он ни разу не появлялся на публике. Сборная Европы лидирует в матчевой встрече по легкой атлетике против команды США. После первого дня соревнования, напомню, проходят в Минске. От Эстонии в европейской сборной представлен наш копьеметатель Магнус Кирт. Накануне прошли 18 из 37 видов состязаний, по итогам которых европейцы набрали 328 баллов, а американцы 312. Сегодня последний день. Кирт – единственный эстонский спортсмен, который был приглашен в сборную Европы. Напомню, в этом сезоне он считается обладателем лучшего результаты по метанию копья. Магнус дважды преодолел отметку в 90 метров. Прогноз погоды представляет Hansa Spladimail. Самый крупный магазин керамической плитки в Эстонии.